Welcome! Добрались мы с вами до полуфинала Кореи. СКТ против КТ Ролл Старс. 9 человек против 5. Это, конечно, нечестно, но что поделать. Надо брать какие-то подручные средства. Может быть, как-то клавиатурами драться команде КТ Ролл Старс, потому что их явно меньше. У команды СКТ больше вариантов вариативности своего сетапа. Но для начала они выпустили Унтару и Пината. Остальные, ну, пока на своих позициях, их менять никто не собирается. Хотя есть замена у них и джанглера, и топера, и мидера, и адекерия. Только саппорта нет замены. Вульф непоколебим в команде СКТ. У него нет даже запасного игрока, который, если Вульф вдруг в туалет тоже захочет, помните, у нас там... А он, кстати, вот из туалета-то и вернулся. Стоило заговорить, и Вульф как раз из туалета только что вернулся. У нас должны были уже баны пики начаться. Английские комментаторы этого начали, но нет. Но если шутки в сторону, ребят, то будет очень красивая игра. Тут аж целых два рекорда могут быть побиты. Не одновременно, правда, но один из них будет побит. Если верить английским комментаторам, опять же, ребят, если верить им, они сказали, что примерно с 2014 года команда КТ Ролл Старс всегда играет в финале ЛЦК. Финал ЛЦК с 2014 года за стол, блин, за команды КТ Ролл Старс. Они не проигрывают полуфиналы, они всегда попадают в финал. Пару раз выигрывали его, зачастую проигрывали чаще. И чаще они его играли как раз против команды СКТ. И команду СКТ они очень редко выигрывают вообще. Сейчас у нас полуфинал, соответственно, если СКТшники их побеждают, КТ Ролл Старс, то не будет финала у команды КТ Ролл Старс, никакого финала. Вот он будет побитый рекорд. Какой же второй может быть побитый рекорд? Ни разу за всю историю существования Корейской лиги ни одна команда, которая пробивается через wildcard, вот как команда СКТ Телеком с Африка Фриксами первую игру играли, ни одна команда не доходила до финала. То бишь, те команды, которые занимали 4-5 место в регулярке, не доходили до финала по плей-оффу. И вот сейчас есть шанс у команды СКТ, одержав эту победу, выбить КТ Ролл Старс и самим дойти до финала. Показывают нам статистику, она совсем не положительная. 2-1, 2-1, 3-0, 2-1, 2-1, 2-1. Везде команда СКТ побеждает. КТ Ролл Старсам нужно что-то предпринимать. И они вроде как что-то предприняли. А тренер их мне не совсем воодушевил. Он какие-то странные мысли говорил, что мы, в общем-то, добились того, чего хотели уже в сплите. Мы сюда пришли играть в свое удовольствие, но мы дадим бой, и у нас есть домашние заготовочки. Именно это он сказал, что они готовили something special, как он сказал, кое-что специальное. Показывают нам Скора, который сыграл в этом сплите на 13 разных джанглерах. Посмотрите, 13 разных джанглеров. Лучший First Blooder, 15 First Blooder, это первое место. Винрейт по First Blood, это не винрейт по First Blood, это вообще статистика, 12 на 3. То есть он 3 отдал, 12 раз сделал. Ну, тут статистики очень много, сидите, записывайте, но все это, ребят, было в регулярке. Все это было в Summer Split, а сейчас у нас плей-офф. Плей-офф, в котором все уже должно решаться. Они, что-то они долгие, что они там игру ищут. Да, они там стартанули поиск, и пока друг на друга не попадаются. Быть не может, СКТ уже поднимались так же. Я думаю, они поднимались не с 4-5 места, а с 3 места. Потому что, когда был сплит, я точно помню, что СКТ заняли 4 место в том сплите в регулярке, они не дошли до финала. Они по очкам заняли 2 место и поехали на чемпионат мира по очкам. Кстати говоря, помимо того, что это чемпионат у нас... этот матч у нас за выход в финал. Он одновременно с этим, ребят, за выход на чемпионат мира. Кто-то спросит, как так? Да что такое? Да там же Лангжу. Фалангжу, блин, ребят, смотрите внимательно. Прошлый сплит, вот он, ЛЦК. Команда СКТ занимает первое место и набирает себе 90 очков. Вторая команда была КТ Ролл Старс, они заработали 70 очков.
Сегодня в розыгрыше у нас снова 90 очков. По сути, любая команда, которая выиграет сегодня, Кэтростерсы, будь то СКТ, они зарабатывают себе 90 очков, просто дойдя до финала. И, соответственно, они становятся впереди всех по очкам. И, следовательно, они автоматически по очкам едут на чемпионат мира уже. Правда, со второго слота. Но это матч уже за чемпионат мира. Все. То есть команда, которая одерживает победу, едет на чемпионат мира. И никакие поражения от команды Лангжу в финале их не поколебят. Им не надо будет никаких гаунтлетов играть, все. Сегодня выигрываем, едем на чемпионат мира. Уже можно будет билеты собирать, уже можно будет паковать чемоданы, уже можно будет договариваться с девчонками, когда в клуб пойдут. Кстати, где у нас будет чемпионат мира? Я вдруг забыл, он в Китае, да, по-моему, чемпионат? Нет, в прошлом году был в Китае. Наверное, в этом году в Корее будет чемпионат мира. Почему у чемпионов мира нет открытого инвайта? Потому что нет, по сути, вообще инвайтов. Вообще такого термина, как инвайт, не существует в Лиге Легенд. Это равносильно, что... Хотя нет, там есть инвайты. Хотел немножко с футболом сравнить, а потом вспомнил, что в Лиге Чемпионов там все же есть инвайты. Ну, как инвайты? Просто ты рейтинговая команда, ты изначально уже проходишь через плей-офф и сразу туда. Хотел по футболу альтернативу сделать. Ну, можно сделать альтернативу относительно футбола именно чемпионатов мира. Ты заново в своем регионе проходишь. Бразилия должна там всех аргентинцев побеждать. Испания должна всех тоже побеждать. И все, тогда да. Правда, что команды примерно равны, но СКТ фаворит, потому что Фейкер? Нет. Команды равны, потому что они корейские, а СКТ сильнее, потому что у них, ну, наверное, индивидуально каждый игрок чуть-чуть лучше. В Китае мне подсказывают, будет, я ошибся. Ну, в Китае так в Китае. Кэтростерсы выбивает себе Зака, баны были направлены на Скора, Пауна и Мату. Кстати, по поводу чемпионов, так как у нас команда сидит, надо листочки расставить правильно. По поводу чемпионов. Рейкан был забанен, он у нас 6 побед, 1 поражение у Маты в сезоне. Напоминаю, что Дефт и Мата, по мне, является лучшим ботлейном в Корее в этом сплите, и с ними никто сравниться не может. Даже лангжушники, даже СКТшники, конечно же, Самсунги тут даже близко не стоят. Дефт и Мата — это лучший саппорт и лучший АД керри. Забирают они себе Калисту. Кстати говоря, Калиста 8-3. 8 побед, 3 поражения. Самое большое количество игр именно на этом чемпионе у команды Кэтростерс. И еще Трыша выбивают, которому тоже у них самое большое количество игр. Пока СКТшники не видят ничего нового. Возможно, даже готовы ко всему этому. Да, они сразу же забирают себе Тристану с Алистаром и чувствуют себя прекрасно. Алистар для Вульфа, помните, я вам тоже рассказывал. Великолепная у него статистика, 7-2. Много игр. Тристан также великолепно от Бенга. 6-1 там или 7-1, она, по-моему, в прошлом плей-оффе тоже сыгралась, поэтому винрейт должен был увеличиться. И вот Маукай, единственное, на что стоит обратить внимание, не совсем ординарный пик для Пината, но он метовый в данный момент. Возможно, это идет против Зака, хотя против Зака проще как раз пикать Грагас, но Грагас был забанен. Трандл был забанен командой СКТ, оба тренера просто переживают. Я не знаю, как тренер команды КТ зовут, ну, незнаменитый, скажем так. А вот Кома там просто на листочке каждый отмечает, каждый пик, каждый бан, чтобы все было, все ходы были записаны, как говорил Одноглазый. Ну и Одноглазый сейчас задумался над баном, а команда СКТ думает. Последний бан я бы, наверное, на мидера еще раз направил. Если они Ариану себе не собираются забирать, лучше ее забанить. Нет, они банят Джарвана. Странно немножко бан. Ну, кроме того, что за Джарвана, во-первых, играл, конечно же, игрок стоплейна. Но у него нет даже положительной статистики. У него положительная статистика на топе: 6-1 Шен, 7-1 Рамбл и 8-2 Рениктон. И обратите внимание, никто из этих чемпионов-то не забанен. То есть абсолютная свобода для СМЭБа. СМЭБ может играть на всех своих любимых чемпионах. И самое главное, они все сочетаются с Заком. Ну, наверное, Шен в меньшей степени сочетается. Шен так себе вариант. А вот Рамбл и Рениктон с удовольствием. Через мидгейм можно сыграть команде КТ Ростерс и не париться. А, это
походу, будут вынуждены пик Кеннона. Они взяли Гнара, и против Гнара нет как раз-таки Джарана. Правда, есть Камилла. Но я не знаю, играет ли Смэп на Камилле. У меня по статистике не было этого чемпиона в списке. Нет, там все равно пикает Шен. Ему как бы пофиг. Шен есть Шен, и все. Ну и Паун остается единственный. У меня по нему информация. Больше всего игр он сыграл на Галлио. 11 побед, 2 поражения. Второй по популярности его чемпионат Ариана 5-1. Дальше все там вровень идет. Ну и вот Лебланк тоже среди них есть. Вроде у него 2-2. Никаких Кёнанов. Есть у нас Лебланка на меде от Пауна. Смэп получил то, что хотел. Скор то, что хотел. Ну, пока Катеростерс... мне только вот сама Лебланк тоже не нравится. Она не очень идеально им подходит. Хотя, с другой стороны, чисто воды мидгеймовый сетап. А у нас контрпеек. Контрпик скелющийся, но так себе. То есть там, помните, на прошлой неделе мы с вами смотрели в Европе этот матчап Лебланка против Касадина. Я его потом перепроверял на сайте специально, чтобы убедиться, что я был прав. И так оно и есть. Первые 10 минут, ну примерно первые 10 минут, Лебланка доминирует Касадина. Она должна выходить вперед по фарму, она должна больше делать киллов, она должна больше давления оказывать, больше ротаций. Все это за ней. Но после 10 минуты Касадин, она больше ничего не делает, они выравниваются, а чем будет дальше идти игра, тем сильнее будет Касадин становиться. Поэтому это тяжелая лейнинг-фаза будет для фейкера, но при всем при этом жесткий лейт-гейм. Так что как контрпик это оценить можно. Ну а вообще весь сетап команды СКТ я бы оценил как... А давайте напикаем просто чемпионов. Ведь если так задуматься, они не сделали сетап. Под Гнара у них нет ничего. Под Гнара обычно, ребят, что пикается? Паукающие чемпионы с каким-то Сиджем. Тот скажет, ну как, вон там же есть Тристан из далекий чемпион, издалека, может, точнее, в смысле, стрелять, дальнобольный. Да, но под нее нет никаких Жан, никаких Карм. Мидер тоже не кайтящий. По сути, команда СКТ сейчас просто пикнула чемпионов. У них очень, не очень. Мне не нравится. В то время как КТшники, ну, с идеей подошли к этой игре. Хотя, блин, какой идеи? Это идея, которая у меня на листочке прям написана. Я бы вам сейчас вебку включил или листочек показал. А по сути, все эти чемпионы, кроме Лебланки, у меня и так были записаны. То есть, это то, что нужно было банить против КТ-ростерсов. Ну, значит, СКТшники должны были до этого догадываться. И нам показывают девочку, которая на СКТ наклеила КТ-ростерсов картинку, и у нее получилось Т1 ростерс. И другая девочка, которая умеет пользоваться фломастером. Молодец. Маука ешкой закидает. Да-да-да, хороший паук такой. Отличная осада. Закидывание с санами тряпками. Я прям вижу, знаете, эти старые какие-нибудь... Ну, не старые, почему? Сейчас тоже фильмы исторические снимают. Исторический фильм, где идет осада какого-то замка, и там закидывают не стрелами, не с баллист расстреливают все это дело, а закидывают именно тряпками. Тряпками и всякими, не знаю, плюшками, плюшевыми игрушками. Рыцари такие, знаете, на этих... На стенах сидят и думают, блин, что делать? Что делать с этим? Он нас закидывает кошечками Маукай. Хотя этот, кстати, Маукай с пингвинами у нас вышел. Это фу таким быть! Бу! Почему я говорю бу, ребят? Пинат не взял Мяукая. Он взял мусор какой-то, я не знаю, что это за пингвинкай. Фу таким быть. Так, у нас попытка была помешать Мяукаю. Забрать синий баф, ничего не получилось, но точно зато знает, что он синего бафа начинает. Паун, ну, как-то потерял уже хп на ровном месте. И, кстати, этот матчап, или какой я тогда матчап стоял, я помню, тут Касадина последний раз, когда играл, какой-то матчап стоял и потом... Да, я, по-моему, именно этот матчап и стоял. Реально тяжеловато, то бишь, если ты не кидаешь кушку постоянно в Лебланку, то у него всегда есть возможность тебя раздамаживать, а ты, ну, будешь с отсутствующим ХП
находиться. Но здесь ешечка была от маты потрачена по вульфу, и корова бросает это дело, потому что второй левел ап нет быстрее ботлейн команды Катеростерс. Кто-то говорит, что молодцы, они наконец-то забрали Калисту у Бенга. Что значит наконец-то? Во-первых, он за Калисту не так много играл. Да, он там побеждал, у него, по-моему, сейчас 4 победы, 1 поражение, но это недостаточно. То есть это не тот чемпион, который является идеальным для Бенга. Ну, в отличие от того же самого Трекласа, который после своего Кеннона, который, ну, по сути, потерял эффективность из-за потерянной пассивки, из-за потерянной предметов, ну, они были немножко поднерфлены под Кеннона, он теперь перешел на Калисту. Вот у нас будут плей-оффы еще Европы. Сегодня, кстати говоря, в 18:00 приглашаю еще всех на плей-офф европейский. Я, правда, сейчас не помню, кто там с кем играет. Ну, я перед матчем подготовлюсь, посмотрю повнимательней. Он в плей-оффе на Калисте играл. Так не, я знаю, что он в плей-оффе на Калисте играл. Ну, и что из этого? В плей-оффе там соперников у команды СКТ особо не было, давайте признаем честно. Африка Фриксы пришли просто, чтобы играть. Их не интересовала победа, они хотели просто прославиться, что мы вот дошли до плей-оффа. Что же касается команды Samsung, они выглядели, ну, совсем не похожи сами на себя. Море ошибок, море плохих действий. Как-никак, итог 3-0 гласит об этом тоже. Unicorns of Love против Misfit'ов сегодня играет. Ну, вот. Посмотрим на розовых поняшек против... ну, ладно. Попытка была отскоро сделать ганг. По КС-1 не очень удачная. Но мне кажется, он вполне мог бы попытаться лучше сделать ганг на топ. Учитывая даже, как Унтара стоит, это проблемное место для Смэба. Да, про эту линию я не поговорил. Конечно же, Гнар является контроль к Шену, и тяжело там Шену стоять на этой линии. Но чем дольше будет идти игра, тем как бы тоже опять будет легче становиться. Правда, это не то, что КС-1 против Лебланки, но все равно есть небольшие плюсы у Шена. У нас здесь мата смещается на фейкера. Фейкер сразу догадывается, что, по-моему, немножко перемудрил. Продавил слишком далеко линию и отправился под вышечку стоять издалека, смотреть, как фармится. Пока 0-0, но если вспомнить матч против команды Samsung, это то, чего пытается добиться команда СКТ. Добиться долгого, муторного счета 0-0. Никто никого не убивает. Потом война за объекты, где они лучше выглядят. Где они не проигрывают каким-то случайным разменам. Ну вот, Ешечка, видите, откинулся уже скоро. Есть чем откидывать пенату, правда, теперь у него большие неприятности. Его с флеша сажает на цепь. Он отфлешивается, но на цепи все равно остался. Правда, Вульф... Ой, Вульф, Мата не мог до тут добраться, чтобы тоже кинуть свой хук. Флеш за два флеша снял. Получилось даже, знаете, случайно для пената получилось, что он разыграл великолепно своего чемпиона, потому что он зашел в чужой лес, отменил фарминг Заку. Пойдет сейчас он дальше сам фармится. Ему все равно делать было нечего. У него не было синего леса, красный еще не апнулся. Поэтому он отменил немножко фарм Заку, снял два флеша и ушел. Зачем Лебланке меч? Она хочет резать. Ну, это стандартный билд сейчас для Лебланки. Я его тоже не одобряю. Это билд через пистолет. Пистолет с личбейном. И вы выходите в чистый такой сплит-пуш Лебланку, который флангует. Но в данной игре, ну, просто другого билда вообще, по сути, сейчас больше никто не делает. Ну, Смэп, что это за принятие решения сейчас было? Он пошел залосхитить заднего крипца, одного молодого, и при этом потерял переднего. То есть передний, который дает 20 золота, он потерял его, зато залосхитил заднего, который там 15-17 золота дает. 17, вот судя по пауну. Ошибочка, как мне кажется. Ну, таких вот ошибок, их много обычно, а потом вы спрашиваете, почему команда СКТ вот побеждает. Потому что фейкер-то тут при чем? Вот Смэп просто взял сейчас и золото не заработал на ровном месте, а вот... С каждого вейва, представьте, он лосхитит столько же, сколько Гнар, только Гнар максимальных чемпион, максимально зарабатывает, а Шен нет. Вот тебе и проблема.
Корейская терпельная мета убожества. Это СКТшники в нее играют. Команды оппонентов как раз пытаются играть по-другому, но не получается. Самсунги третью игру сыграли агрессивно против СКТ и все равно проиграли. Африка Фриксы все две игры играли агрессивно. Просто мне кажется, СКТшники лучше себя чувствуют в этой мете, потому что они знают, как это использовать, как использовать свои пауэрспайки. Ну а из-за того, что они выбирают именно таких чемпионов, у нас здесь страшная такая инициация от Унтары. Смэп наверняка там уже штанишки пошел менять, думал, что его сейчас Маука еще где-то из кустов поймает, но ничего такого не было. Просто Гнар потратил свою ульту, потратил свои КД спеллов, ну и теперь издалека сам уже стоит, потому что думает, что Зак к нему может прийти. 0-0, пассивненько все идет. Снова тут Вульф чуть поддамаживают. Хукают его. Он, кстати, всего лишь 5-й левел. Соответственно, сейчас пронесенный урон по нему долго будет еще восстанавливать. Он себе ХП. А что он купил у нас, получается? С бэка он не взял ботинки, трэш взял ботиночки. Возможно, трэш сейчас вместе с Калистой запушит эту линию и пойдет на ротацию. Правда, уже есть вард, который остановит ему эту ротацию. На Дрейка пошли. Интересная ситуация. Дело в том, что этот дракон сработал из-за ошибки фейкера. Паун сделал рекол. Вернулся на линию, Фейкер остался на своей линии надолго, и как итог из-за того, что он сейчас, я не знаю, что у Пината нет флеша, и решили за ним погнаться, но мне кажется, выгоднее было как раз бить Вульфа. Вульф уже 6-й левел, Мату цепляет, он все еще 5-й левел, Паун отпрыгивает назад, но попадает все равно в... Выживет, все нормально. Прилетел сюда Смэп и спас свою команду. Небольшая такая потасовочка за дракона была. Мяукай своим зомби-апокалипсисом поймал тут двух игроков, но на фонаре вытащили Пауна, а Трэш смог просто отойти в сторону, закинув парочку спеллов Волистара. Мне кажется, здесь можно было лучше команде СКТ сыграть, но они были не скоординированы. То бишь, когда Шен уже ультанул, только тогда нажал Унтара свой телепорт, а не заранее, и надо было, конечно же, нажимать телепорт куда-нибудь за спину, он нажал его просто так. Ну, а Фейкер был вообще на бэке, он решил ТП не тратить, пешком пока пришел, уже все закончилось. Ну и получается, без боя, без потерь, точнее, с боем-то было. Курантов, блин. Команда КТ Ростерс без потерь забирает этого дракона. Но это на ошибке Фейкера. Ну как ошибки, я уже говорил. То, что он просто сделал рекол не в очень удачное время. И потерянный мидлейнер, то есть у вас нет мидлейнера преимущества, вы не можете сражаться за дракона. Когда выкалывают Тристану по нерфит. Мне так улыбают эти комментарии, когда ребятки, получается, приходят и в начале там этого года: когда уже по нерфит эту Ашу, когда уже по нерфит этого Джина слетали эти билдом? Сраный Варус, который постоянно паукает. Риота все это по нерфили, появилась Кейтлин. Когда уже по нерфит эту Кейтлин? По нерфили Риота Кейтлин, ну все равно не так сильно, профессионал по-прежнему продолжает играть. И сейчас все переключились на Калисту и Тристану. И, ну, мне просто улыбает то, что люди не могут потерпеть на мету даже, ну, 2-3 недели. Их уже начинает все задалбливать. Хотят они, чтобы, видимо, все чемпионы были похожи на, как один, и разница была всего лишь там, не знаю, в автоатаках. Ты автоатачишь на единичку, ты автоатачишь на двойку, зато я атакую со скоростью 2, а ты со скоростью 1. И вот вся разница будет между нами. Ребят, баланс в игре присутствует. Поверьте мне, я играл в разные игры, и эта игра одна из самых сбалансированных из тех, что я играл. Хотя бы по той простой причине, что мета меняется кардинально, начиная с начала сезона, заканчивая, ну, концовочкой сезона чемпионата мира. То есть она меняется каждый сплит. Плюс игра живая до сих пор. И есть очень много игр, которые добиваются тоже своего баланса, и потом после этого они становятся, ну, малоинтересными, потому что ничего нового не происходит. Здесь же постоянно из-за того, что делают новые патчи, новые введения какие-то проводят, там руны будут у нас убирать, получается, в межсезонье. Новую мету сами выстраивают, а мы уже ее дальше шлифуем. Это классно. Это реально классно.
Я там поднял по ходу тему. Ну вот, сидите и обсуждайте, в общем, то, что я сказал, как обычно. Когда понерфят чертовых тиммейтов, да. Вот с этим проблемы остаются. Ну что ж, у нас здесь врывчик от Пауна. Все пытается он до фейкера добраться. Уже за 10-ю минуту все это дело зашло. И вы можете видеть, как тяжело становится Пауну размениваться с фейкером. Потому что фейкер постоянно дает по нему ответный урон. И под щитком КС1 же является убийцем магов. Убийцем маглов на миде. Но он спокойно, конечно же, эту Лебланк выдерживает. Но, с другой стороны, у нее скоро будет пистолет. У нее и так уже есть две составляющие. Ой, сколько тут денег. Тут не только денег, еще и опыта очень много. Два варда было поставлено. Паун одним своим пинг-вардом выбивает оба. Пока все еще 0-0. Но начинает уже так напрягаться вышка на топе. Унтара не отпускается. Мэба постоянно давит. Бесит Леталити и Тристана с Вейн, а так все норм. О как. Ну, Лоли, на простоянии максимум видим 20 пиков. Когда выступает мета, да, действительно, мы видим 20 пиков. Но когда наступает уже другая мета, эти 20 пиков расширяются. Один чемпион пропадает навсегда, а другие чемпионы появляются... И дальше используется постоянно. Ну, взять того же самого Наутилуса. Где Наутилус, ребят, да? А ведь в начале этого сезона без Наутилуса топ-лейн вообще не смотрелся. У нас здесь Лебланк подходит, но это была обманка. И читает эту историю команда СКТ. Да, что тут не прочитает Лебланк. Только что была на бэке. Фейкер это сказал. Ну, и ломают они ФБ-вышку. Тристана сделала ротацию. Проигрывала немножко Тристаночка по фарму на ботлейне. И, кстати, еще больше потеряет. Правда, в ответку они забирают ФБ-вышку. И пытается забрать себе Регеральда. Пытается еще здесь ворваться в смэб. Но смэб убегает в сторону. Будет ли мешать КТ-ростерс и забиранию Ревгеральда? В 5 рыл пошла команда СКТ это делать. Мне не кажется это логичным. Перепрыгивает фейкер, но он не знал, что здесь два игрока будет. Команда КТ-ростерс тут же отпрыгивает назад, и Геральдка отменена. Очень много СКТ-шники потеряли на этом. Да, заработала Тристана плюс Унтара. Подожди, Мату здесь ловит, но у него есть защитка, да. Дефт его вытаскивает. Почему я говорю, очень много потеряли? Много крипов на боте за Denialize. Это, по сути, вот 26 крипов отставания. То, что у Тристана есть, оно и есть на ботлейне, только что подохло. Шен запушил линию, и Тристана это все дело не забрала. Но и сейчас назад отправляются на свою линию все команды. Да. Да, разбежались, ну, по линиям. Посмотрим, как будет команда КТ-Ростерс использовать совершенно. Пока они ничего интересного нам с ним не показали. Обычно, ну, Шена используют с каким-нибудь джанглером, инициатором. Там Казикс, Рингар, Эвелинка. Это я самые распространенные варианты сейчас говорю. Олаф. Ну, а здесь у нас Зак. То бишь, Зак впрыгивает, Шен ультует на какого-то игрока из них. Бангу не дают отпрыгнуть! Это ошибка Банга. Он увидел, как летит на него скор, и вместо того, чтобы отфлешиться, он нажал прыжок, а во время прыжка на него сверху упала сопля. Ноги сразу оказались испачканы, и он подскользнулся, упал и никуда выпрыгнуть уже не смог. First Blood за командой КТ-Ростерс. Там еще попытка была поймать Алистара, кстати... Резиночка-то его зацепила, только никуда дальше добиться не смогла. И шеновская ульта все еще есть у команды КТ-Ростерс, они смогут им воспользоваться. Ну что ж, СКТ, вы попали в то, во что я боялся, что вы попадете. Ваш сетап не может в мидгейме воевать. У вас хороший лейт, да. Лейтгейм я не сказал за кем. Он все же будет за командой КТ-Ростерс, я считаю. Но всего лишь там где-то 55% на 45%. Но до лейтгейма у нас здесь скоро пытается убить фейкер. На фейкера в итоге выпрыгивает паун. Забирает у нас скор дракона и отправляется дальше фармиться. Так вот, лейтгейм будет примерно равный. 55 за КТ-Ростерсами. То есть за счет драконов они могут себе усилить его за счет какого-то пика, у них же есть трэш, у них есть Шен с Заком, они теоретически могут вылавливать некоторых игроков команды СКТ, но сам тимфайт будет у них неплохой у СКТшников. Что же касается мидгейма, то у СКТ его тупо нет. У них несочетабельные вообще чемпионы. Тристана с Алистаром это
не то чтобы одна из худших комбинаций, но неприятная, скажем так. Тристане нужны другие чемпионы, чтобы быть полезной. Что же касается Маукая, он классный. Но кто для него взят-то? Он один туда впрыгивает? Ну, допустим, давайте представим, у них Касадин для этого взят. Ну, тогда какая логика должна идти? У вас есть один ассасин. Самое логичное, это у вас должен быть саппорт Disengager, либо саппорт Пикер. Алистар — это не пикер и не дисенгейджер. Ну, его можно, конечно, так использовать, как спеллами выкидывать игроков от своего союзника, либо просто сидеть в кустах и ждать, пока кто-нибудь фейсчекнет. Но это не его изначальная работа. Как раз трэш, блицкранка — это то, что им нужно было брать. Ну, трэша они потеряли, блицкранка они решили не брать, хотя, наверное, было бы еще хуже. Кстати, трэша они потеряли сами, насколько я понимаю. Я сейчас вспоминаю, там же был Алистар в первой ротации забран командой СКТ для Вульфа. Но пока все плохо у команды СКТ, и отставание начинает очень быстро наращиваться команды Катростер. Да, там мне понравился один комментарий, ему там ответка была тоже неплохая. Привет. Нет, почему? Ложился. Вчера мы до трех примерно ночи играли соло-кушку. Почти себе даймонд взяли во флексе. Ну, еще потом поиграем, доберем этот даймонд во флексе. Там несложно. Во флексе гораздо проще это, конечно, все берется, чем в простой соло-ку. Такая нынче житуха. Ну, а вот в 11 сегодня проснулись к корейскому матчу. У группы Рита есть статистика, что за сезон были пикнуты все чемпионы, где-то по фану, где-то всего один раз. Но все же, серьезно? Я такой информации не видел, надо будет посмотреть, может быть, это одна из последних новостей. Все чемпионы? Вряд ли. Ну, я в это не верю. Ну, ладно, подождите, пока я тут не верю, у нас здесь Зак делает прыжок и пауза во время его прыжка. Знаете, это как увидимся через рекламу. Как в фильмах, точнее не в фильмах, а в сериалах иногда такой моментик происходит, когда ты не знаешь, что будет дальше, но момент уже очень активный. Я беременна, и такая ту-ду-ду-ду, и пошла заставка, все, ждем следующую серию. Я гей, и это ту-ду-ду, все, и пошла следующая серия. Хотя это никого не удивляет. Эти два факта, которых я сказал, никого не удивляют. А вот факт того, что у меня 6 пальцев. To be continued. А потом он скажет, на двух руках. Это была шутка, надо было смеяться. Да, все чемпионы, если брать Висплит и Wildcard регионы плюс... Не, ну это как-то Риу-то сами расширили. А все, Continuous, кстати, прошел. Продолжение наступило, Зак ничего не сделал. Он просто прыгнул. Тристана беременна. Рамбл постарался, да. Там просто говорят, что, оказывается, если взять все плей-оффы, все вообще лиги... Не, ну обычно они брали же только топ-4 лиги, Европа, Америка, Китай, Корея. И по ним сравнивали, сколько было пикнуто чемпионов. А так... Нет. Беременный гей! Беременный гей 6 пальцами. Это тоже верно. Ну ладно, у нас что там происходит-то? Вышки никто никого не убивает, на меди остались у нас Бэнк с Вульфом. В этот момент скоро пытался отзонить Касадина, но ему все это дело помешали. Пенат ему помешал с Вульфом. В итоге Пената здесь ловят, пытается его убить. Хук будет кидать Мэтт, но он не попадает. Он попадает лишь только в Алистара, хотя Пенату здесь не выжить. Он пытается разными возможностями себя вылечить. Он и к... Какой он... Вау! Красава, Мэтт! Снимает флэш и хилл с Бэнга. Я тут хотел пошутить по поводу Пената, что он разной медицины пользовался. Он и Колоссусом себе восстановил ХП, и Алистар его полечил. Потому что у Алистара, кто не заметил, тоже есть хилл. Сейчас Бэнг барьер нажал. Да, не хилл, а Алистар у нас с хиллом. Потом он с Майтом полечился. Потом он дал автоатаку. Тоже полечился. И все это никак не помогает. Знаете, это как болезни, от которой никак не вылечится. Вот здесь вот он разное использовал. И к херотипевту сходил. Херотипевт, я уверен, такая есть профессия, херотипевт. Что думаешь по поводу изменения рун? Я пока их толком не читал. Та информация, которая есть, мне, конечно же, нравится. Вообще к любым изменениям подхожу
с удовольствием. То есть мне нравится то, что в Лиге Легенд постоянно что-то меняется. Даже если на какой-то момент кажется, что это в худшую сторону поменялось, риоты всегда читают на форумах то, что люди пишут, всегда смотрят реакцию блогеров и исправляют то, что им не понравилось. Скорее всего, все это потом будет целый год балансить. Ну, если кто не помнит, в 7-м сезоне так и было. Усилили, то есть добавили нам Letality, убрав Пенетру. Что получилось? Получили мы сломанных несколько чемпионов. И риоты балансили. И добалансились. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, добалансились. Приветствую всех, кстати говоря, ребят. У нас здесь скучнейшая пока что полуфинал игра в Корее. 2-0, 2-1 по вышкам, 3000 преимуществ, ну, чуть меньше, 2500 преимуществ команды КТ Ростерс, но хороший контроль драконов за ними. И СКТшники пытаются скейлиться. То есть они пытаются выйти в позднюю стадию игры, где они будут уже, ну, хоть какую-то силу иметь. Сейчас же любая сила имеет именно их, потому что у них нет ничего. Мне начинает нравиться, что делает Паун. Его билд, оказывается, действительно работает на ура. Я сейчас объясню, ну, вообще, зачем этот билд придумали. Этот билд придумали против таких чемпионов, которые могут тебя попоукать на линии. В тот момент это было против, по-моему, Синдры, когда первый раз мы увидели этот билд. Дело в том, что Синдра могла вас периодически поддамаживать, и тебе надо было делать в ней all-in. Но если ты перед этим получал немножко урона, то за all-in'ев в Синдру, Синдра тебя побеждала. Поэтому Лебланка нашла вот этот альтернативный билд, где у нее есть пистолет, который со спеллов тебя регенерирует. Ты восстанавливаешь себе хп за счет спелл, ну, восстановления. И также у вас есть лайфстил. Тоже за счет автак вы себя регенерируете. Соответственно, получается, что вы сустейнитесь на этой линии, то бишь выживаете спокойно. И тот вот Касадин, который сейчас наносит урон, ему надо именно улынить постоянно в пауну, иначе паун вырегенивает все назад. И здесь сейчас большая ошибка от Фейкера. Фейкер хотел сделать соло-килл, в итоге, походу, сделают килл на нем. Флэш от Фейкера, он остается в живых в этот момент. Маукая здесь ловит в очередной раз. Пинат спасает своей деревянной... деревянной ногой Фейкера. Там не спел вам, да, ну, там просто идет отреген, когда вы спел этот кастуете, вы восстанавливаете себе часть хп. Спел вам, да, там нет. Сначала начал говорить спел вам, потом вспомнил, что его убрали. Ну, что ж, могу определенно сказать, что у СКТ не было никакого плана на эту игру. А то, что они сделали свои пики, это было не то чтобы ошибкой, но ошибкой было отдавать КТ Ростерсам все, что они хотели. Если СКТшники сейчас выиграют такую игру, ребят, то можно уже даже говорить о том, что у КТ Ростерсов почти нет шансов в этой серии. Но если же СКТшники проигрывают сейчас первую игру, то все хорошо. У нас будет сильная серия, возможно, даже 3-2 в пользу какой-то команды. Дело в том, что, ну, СКТ наверняка тренер увидит все это и скажет: блин, реально зря мы отдали им Трэша, реально зря мы взяли нам Маукая, которого мы редко играем, зря мы отдали им Зака, не нужно было Шена отдавать, все это наши ошибки, все это надо убирать. Убираем из игры Шена, оставляем, пусть Галио будет, хотя хрен его знает. Сколько я помню, были даже несколько игр подряд, когда бы беситель... И я не успел дочитать. Спасибо за сообщение. Как-нибудь его на днях прочитаю. Когда будет делать нечего, скопирую, распечатку сделаю с Твича всех комментариев и потом в туалет пойду и буду читать. Но вот твое сейчас не успел прочитать. У нас здесь ловят Бэнга, и Бэнг... Опять его ловит, да как же классно отыгрывает у нас Мата на трэше. Пытается дефт отхиляться назад, потому что по нему шикарный проказ дал Фейкер вместе с Бэнгом. Еще один хук и даблкил для Калисты. Как же шикарно играет у нас Мата на трэше. 55-я минута, СКТ выиграет. Да, если 55-я минута была бы сейчас в игре. Но сейчас 25-я минута в игре, где сражаться 5 на 5 СКТшники не могут. И они могут только кайтить, могут отбегать под свои вышки и пытаться как-то
выигрывать время, но выиграть время у них не получается из-за пик-сетапа команды Катаростерс и как они его идеально исполняют, а именно как его идеально исполняет Скор с Матой. Мата постоянно попадает своими скиллшотами, не давая жутко мобильным, а ведь так и есть, мобильная Тристана, мобильный КС-1. Давайте смотреть еще раз. Были пинкварды поставлены по краям, Бенк уворачивается от одного, но тут же попадает, а это, кстати, не хук был, мне показалось, что это был хук от Маты. Мата лишь дал только Ешку, а вот Скор дал ульту свою. Но здесь, конечно же, забывать нельзя. Фейкера ловят. Фейкер сейчас прыгнет. И заранее Мата знал, куда он прыгнет. Он сюда кидал хук изначально, ребят. Он кидал именно туда, куда КС-1 может прыгнуть. И его поймали и убили. Нет, Мяукая, 100% луз. Вот это ты прав. Без Мяукая нет тебе житухи в этой игре. Ой, Фейкер здесь тратит прыжки. Сразу же ультует на Пауна Шен. Фейкера сажает на цепь после этого. Предлагает ему себя побить. Шен, Фейкер соглашается. И по его лицу видно, что зря он согласился. Смэп очень сильно отыгрывает. И, ребят, сейчас побеждает команда. Именно команда Катаростерс. Если так задуматься, давайте смотреть вместе. Паун должен быть уже позади Фейкера. Фейкер должен его уже доминировать. В итоге Паун держится спокойно. И это делается за счет, конечно же, банши, которые он сейчас собрал, за счет мерок, которые были собраны, и пистолета. Постоянно у него есть восстановление ХП, жуткий сустейн против Касадина. Шен не погибает от Гнара, хотя контрпик здесь-то пожестче даже, чем у Касадина. И он спокойно тоже стоит, выфармливает свои предметы. В этот же момент Мата хукает, вместе с Заком работает. Ну и не забывайте Дефта, который идет уже 4-0-1, при всем при этом он еще несколько раз спас Мату, да и линию выиграл, в общем-то, Дефт с Матой. У команды СКТ и реальные проблемы в этой игре, и возникают всегда такие вопросы, а о чем же тогда говорил тренер? Хороший килл здесь сделали сейчас на Гнаре. Попыталась команда СКТ тильт-войну провести. Ну, тильт-война никогда не вела ни к чему хорошему. Ну, один раз не коммунист, как говорится. Один раз вы можете, конечно, победить там из 10. Но сейчас эти 9 раз вышли. Тильт-война. КС-1 там прилетел на телепорте из-за спины. На него напали. Он сразу же убежал в этот момент. Поймали уже Унтару, убили. Остальные игроки даже подходить не решились. Просто, ну, зачем еще терять игроков. Ой, боже ты мой, прекрати. Он еще раз сажает на цепь Фейкера, потом на цепь сажает Паун корову, и корова с колокольчиком сейчас будет погибать. Нет, она убегает под фонтан. В этот момент дерево опять всех спасает своим мяукаевской ультой, но ее также сажает на цепь, убивают. 8-0. Не то чтобы стомп команды СКТ, я бы не сказал, что это стомп. Это просто отвратительный пик фаза, отвратительная. Кома ее проиграл, да. Команда не смогла исполнить тех чемпионов, которых он задумал, тоже да. И наверняка Кома мы увидим в перерыве, как он будет ругаться на команду СКТ. Ну, а я вернусь к мысли, то, что я пытался сказать до того, как убили Гнара. Возникает вопрос, как команда вообще Катаростерс постоянно СКТшникам проигрывает, потому что вы же видите, что здесь вот, они пикнули то, что в сезоне тоже пикали, но выигрывают спокойненько игру. И плюс тренер еще нам говорил, что у них есть домашняя заготовочка Special Tactics Against СКТ. А где же эти специальные стратегии? Возможно, они еще впереди, ребят. Возможно, есть у команды Катаростерс еще что-то в кармане. Какой-то козырек, какой-то Pocket Pick, с которого мы не знаем. Давайте пофантазируем. Я думаю, это Удир Саппорт. Потому что это неожиданно, потому что это молодежно, потому что это надежно. Удир Саппорт. Ну, ваша версия предлагайте в чатике, но пожалуйста, ну, давайте только реалистичная. Моя-то версия реалистичная. Удир Саппорт идеально работает с Калистой. Кидаешь, и он сразу станет. Чувствуете? У нас здесь войнушка началась, кстати говоря. Тима Топ, ну, это детский сад. Это каждая маломальская команда хоть раз это делала в своей жизни. Это даже не интересно. И маловероятно. Тима Топ, слишком легко. Выпускайте Бланка. О, да, Кракена, кстати, СКТшники могут выпустить. Одесса Рака. Во, вот это уже пошло. Вот это вот уже пошло. Жанна Топ. Вот это уже все. Вот. То, что надо. Ясо Декери. Лисин Саппорт.
Ария Адекери. О, Ария Адекери. Молодая девочка Адекери. Хоп, хороший хук, цепляет здесь Пината. Пинат, хотел сказать, я немножечко теряет ХП, но что-то передумал я это говорить, и он реально отправляется на фонтан, восстанавливает свои корни. Как бы он их там не пустил. Сейчас я не сказал, знаете, ребят, я не хочу больше возвращаться в тимфайт, я там посижу. Казик Смит. Ну, Олег сейчас сидит и недоволен тобой, потому что ты не знаешь, оказывается, что Казик Смит играли в свое время. СКТ реальной херни напикали. А я что говорю? Хук мимо. Но в этот момент зато Зак влетает, дает ульту Зак. Цепляет он лишь корову. Корова дает подкидывание по Шену. Не очень хорошая ульта. Минус первый игрок. Минус сейчас будет второй игрок уже Пинат. Пинат, правда, успевает еще немножко потянуть времени. Впрыгивает он в дефта. Дефт его добивает. А, кстати говоря, я там увидел, мне вроде как не показалось, а я реально увидел. Бэнг взял у нас... БТ на Тристане. Здесь это специфичная идея, чтобы Пау не наносил много по тебе урона. Если он и нанесет урон, то это будет сбивать только щиток. И при этом... Ой, ее тут, подожди, скоро могут убить. Пытаются СКТшники втроем отбиться. Убивают они Зака. Зака попадает в пассивку. Дефта переключается, убивает Фейкер. В этот момент Пауну придется сейчас разворачиваться на убийство Фейкера. Но... Первый килл отдает Калиста в этом матче. И, кстати говоря, игра-то еще не закончилась. Немножко расслабилась команда Катарустерс. Они посчитали, что уже выиграли. И на расслабоне сделали тауэр-дайв под две вышки. Но это была ошибка. Паун нажимает телепортацию, возвращается сюда с фулл ХП, цепляется за Бэнга. Но Бэнг с парочкой автоатак его убивает. Отфлешивается. Паун остается... Не, он без флеша, просто вернулся на свой W назад и выживает. Но погибает Гнар, погибают три ингибитора. Но битва продолжается. СКТ не сдается. СКТ будут сражаться. Не, мне показалось, БТ не у Тристана было. Мне реально показалось, ребят. Я хотел сказать, что БТ было у Тристана, и это, мол, неплохая идея против Лебланки, но нет, это я ошибся, это у Калисты БТ, а это ошибка реальная, потому что Калиста через БТ вообще не играется. У тебя есть Боттерк, у тебя есть QSS, два лайфстил предмета, и по билду фейкера, хотел сказать, у меня все билды фейкера делают. По билду Reckless ты должен собирать Frozen Mallet в этой стадии. А по стандартному билду, ребят, не Reckless, собирается Hex Drinker. То бишь, за место вот этой Blood Thirster, кровопийца, вы собираете себе Hex Drinker, либо билд Reckless, если вам нравится Frozen Mallet. Мне, кстати, билд Reckless больше нравится. Все же там 700 хп, хоть и не так много АД, но количество ХП и возможность кайтить после каждой своей автоатаки, накидывать замедление по врагам, очень мне нравится. Калиста играется через БТ. Ну, прогугли, ты убедишься, что если играется, то очень-очень-очень редко. У нас здесь ловит Пауна, он, правда, перед этим успевает убить Тристана, но фонаре его вытаскивает Мата, прикрывает. Ну, а тем временем команда СКТ отдает команде Катростерс на Шора. Не на Шару, но на Шора отдала. Сегодня ВП против М19 играют. Да, все верно. По времени они, я так понимаю, примерно после... корейского плей-оффа играют, да? 14 где-то, да? 14-15. Кто время точное знает? Такие дела. Но мы сегодня комментируем Корею, потом Европу, а ночью Америка. Там у нас скоро в попрыгушке играет Скор Сунтары. Один перепрыгнул через другого. Такие добродушные у нас. Прыгуны в 16.00 говорят. А, значит, они немножко мне будут мешать Европу комментить. Ай-яй-яй. Зрители мои заберут. Ну ладно, ничего. Вы придете на концовочку Best of 5. Первая игра уходит за командой Катаростерс. Ну, не то чтобы я сильно удивлен. Я удивлен, что так легко, но после банов пиков я был совсем уверен, что именно так и произойдет. Мидгейм слишком слабый у команды СКТ был. Еще раз обращу ваше внимание. У них КС-1, которому надо скейлиться. У них Тристана, который надо скейлиться. Но при этом они зачем-то пикают Алистара, который хочет воевать. При этом они пикают Маукая, который хочет воевать. И одновременно с этим они взяли Гнара, который хочет сплитпушить. То есть как-то, ну, совсем все это нерабочая схема. Может, они хотели играть чистый 3-1-1, но тогда это у них не сработало, потому что Гнар не победил Шена, а КС-1 не победил Лебланку. И Кома уже готов заменять игроков, но пока нет. Мы идем, ребят, на перерыв. После перерыва увидимся. Put off the Zach, so SKT...